Здравствуйте, друзья! Мы сегодня поговорим на интересную тему о том, что когда человек хочет достичь чего-то в жизни, очень важную роль играет то, насколько он верит, насколько он полностью поглощен тем, что он делает. И я вам расскажу, наверное, вы знаете, но так я для порядка. Расскажу вам сначала из Святого Писания, как, в моей, так сказать, интерпретации, шел Иисус, а в это время, в Израиле, уже довольно продолжительное время ждут Мессию, ждут, что придет, там кто-то, да, кто, так сказать, освободит народ от римлян, кто вернет величие былое и так далее. И вот слух идет, и вот Иисус, так он движется, а слух впереди него бежит. И на улице за ним увязываются два слепых, которые, у них нет уверенности, но они им хочется верить, скажем так, что это вот тот самый человек. И они ему говорят: спаси, исцели. Он игнорирует, движется своим ходом, приходит в дом, в некоторые, и они за ним в этот дом, и они говорят: исцели, помоги. И вот он проверяет их на веру, и он говорит: а вы действительно верите, говорит он, что я могу это сделать? Они говорят: да, верим, говорят они, верим. И он кладет руки на глаза и говорит такие слова, очень-очень-очень важные, интересные слова, по-разному это дело произносится, но мне больше нравится версия, где он говорит: пусть воздастся вам по вере вашей, да? По вере вашей, да воздастся вам, по вере вашей, да воздастся вам, или да будет вам, другой вариант. И дальше он убирает руки, они прозревают. И почему прозревают? Потому что они доверили, искренне верили, что он может. Если бы вера их была такая, не поймешь какая, то они бы исцелились, не поймешь как. Поэтому я пытаюсь перенести идею эту на современную жизнь и на те практические дела, с которыми мы с вами все время связаны. В частности, я по работе постоянно имею дело с людьми, которые на переломе судьбы, да, то есть они меняют профессию, они пришли, заплатили деньги, чего-то они хотят. И как-то они трудятся, и кто-то не очень трудится, кто-то сомневается, кто-то верит в то, что идет правильным путем, кто-то не знает и так далее. И вот им на самом деле воздается по вере. Я это вижу просто как я не знаю что. Не потому что, может быть, как-то в религиозном плане, пусть меня поправят, если я неправильно интерпретирую, если в религиозном плане тебе говорят, что если ты будешь верить, то Господь, Он увидит, Он тебе поможет. В нашем таком мире материалистическом, в котором мы тут проживаем, я бы сказал, что человек, который не верит, он собраться не может. То есть дело не в том, что ему помогут, сделать невозможно, если он будет верить, а дело в том, что он мобилизует больше сил. То есть он максимум своих сил сможет собрать на прорыв. И его вероятность, прорыва, она кардинально выше, чем если он своих сил не собрал в кулак, да? И так далее. А сил, в общем-то, у нас у всех достаточно. И не только на те скромные подвиги, которые тут происходят в Portnoy Computer School, но и на гораздо более существенные. То есть мы приходим в этот мир с невероятным ресурсом, можно даже сказать, неисчерпаемым, потому что те задачи, которые мы решаем, для них наш ресурс можно считать неисчерпаемым. Есть, конечно, задачи какие-то существенно более сложные, где нашего ресурса не хватит, но это не те задачи, которые нам реально попадают. Профессию поменять, переехать из страны в страну, эмигрировать и так далее. У нас у всех достаточно ресурсов. Мы собрать его не можем. Мы не очень верим. Мы слушаем 10 человек, и мы не можем понять, кому верить, кому не верить, кого слушать, кого не слушать. Вот они мечутся. Вы почитайте комментарии на нашем канале, почитайте комментарии на форумах и так далее. Они пишутся в большинстве своем людьми, которые мечутся. Они не могут понять, что происходит.
Я не знаю, способны ли они на то, чтобы верить. Это отдельный вопрос. То есть он может искать долго того, за кем пойдет. Это отдельный разговор. То есть он способен, но просто он не нашел того, за кем можно двигаться, кому бы он доверил свою судьбу. А есть люди, которые в принципе не могут. Они всегда найдут что-то не такое. И еще что-то, у них всегда будет повод сомневаться, и они никогда не получат результат просто в силу того, что натура такая неверующая, такие Фомы. Да? И вот расскажу случай, вот я для примера. Значит, приходит, я пытаюсь вспомнить, девочка из Индии. Там поговорить по поводу там, резюме, там чего-то. Она недовольна тем, как ей сделали резюме, ей хочется там что-то подправить. Я говорю, ну, это обычное дело, это бывает, что человек хочет поправить, конечно, давай, о чем речь. Вот мы с ней начинаем смотреть. Значит, девочка прошла практику в компании, и в практике, на практике там менеджер там лет 20 у нас тоже учился назад тому, сейчас вот практикантов берет, и менеджер делится своими соображениями о том, как надо искать работу. И как надо в резюме чего поправить. Вообще у него свое видение, у менеджера. Ну, я бы сказал, конечно, что более адекватный выпускник, пардон, в Computer School не стал бы вмешиваться, а сказал бы, вот делай то, что Майкл тебе говорит, и будешь в шоколаде. Но вот он, ему хочется поделиться. Он вмешивается. Он говорит, вот тут, вот там, вот здесь. И если бы эта девочка индийская, или китайская, или там украинская, неважно, если бы эта девочка послушала 10 таких менеджеров, вот предположить гипотетически, что она пошла на 10 таких интерншипов, да, производственных практик, и услышала бы 10 этих менеджеров, она бы в ужасе прибежала ко мне и сказала, Миша, я вообще не понимаю, что творится, а 10 человек все говорят разные вещи, как жить дальше? Я бы сказал, слушай сюда. Но этого с ней не произошло. Она попала только в одну компанию на интерншип, как и все остальные люди. Она слушает этого человека. Она, как девушка из такой индийской культуры, это существенно на самом деле. Я не хочу сказать, что на всех распространяется, но там гораздо больше такого пиетета в культуре, гораздо больше пиетета к начальнику, к этому магараджи, знаете, менеджер. И вот и она слушает авторитетно, она его слушает. И она сконфужена, она говорит мне, ну вот он сказал вот так, 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 здесь, там. И я вдруг понимаю, что я уже не учитель. То есть ученика-то нет. Понимаете? Нельзя быть учителем без ученика. Ученик есть, нужен учитель. Ученика нет, не нужен учитель. И она как бы с недоверием. Я понимаю ее недоверие. Тут человек, он целый менеджер. Он может и нанять, если что там. Ну как-то, то есть серьезный человек. А я тут сижу в школе там последние 20 лет. Вот там руковожу учебным заведением. Ну, что с меня, что я могу знать, правда? Ну, конечно, там прошло через нас 10 тысяч студентов там и так далее. Ну, что я там, вот. И вот она как бы в таком раздрае. И я понимаю, что ничего сделать я не могу. Вы можете сказать, а так, может, ты еще и не хочешь? Я, конечно, не рвусь в том смысле, что должно быть приглашение. То есть, да, я с радостью, но только человек должен хотеть. Но она деньги заплатила, она студент, мы как бы легитимное учебное заведение, лицензированное, там, живем по всем правилам, как положено, мы не обидим, вот, и, то есть все, что ей положено, она получит. Но есть вещи, которые, если нет у тебя, то и, ну, конечно, то, что положено, ты получишь, но а зачем оно тебе, понимаете, если всего остального нет, то есть... Но и давить мне не хочется там, типа, я могу, конечно, сказать там пару слов таких, что ты быстро, так сказать, придешь в себя, но с другой стороны, почему я должен ее приводить в себя? Кто я такой, чтобы кого-то приводить в себя? Поэтому возвращаемся к вот этому по вере твоей да воздастся тебе, понимаете? По вере твоей. Почему? Потому что если у нее веры нет, то она не в состоянии предпринять какое-то действие. Больше того, одно дело, она нехотя. Она может сказать, ну ладно, хрен с тобой, буду делать, как ты скажешь. У нее все равно ничего не получится.
она должна это делать радостно, она должна это делать с энтузиазмом, она должна это делать со светящимися глазками, она должна видеть, визуализировать вот то будущее, которое ее ждет, понимаете, она как на праздник должна с этим идти. Вот. А если она это делает, чтобы отделаться, вы не можете быть хорошей матерью, например, если все, что вы готовы делать, вы, ну хрен с ними, вот буду там матерью, чего там матерью, что там надо делать, сделаю. Вы не будете хорошей матерью. И хорошей женой не будете. Что там надо? Я согласна, что надо там. Суп сварить? Суп сварю. Что еще надо там? Кому-то не нужна такая суп варить. Иди вон там, устройся кухаркой и вари суп. Понимаете? Когда человек не возражает быть женой, это не значит, что она хорошая жена. Когда человек не возражает быть матерью, это не значит, что она будет хорошей матерью. Никакой связи-то нет. Это недостаточно. Не возражать – это недостаточно. Светиться надо. Понимаете? И когда этот человек приходит на интервью, вот два человека, один, может быть, даже больше знает, хотя это не обязательно, то есть никто не стремится нанять человека еще более грамотного, чем нужно для работы. Вот приходит два человека, оба могут делать эту работу. Один светится, другой нет. Вопрос на засыпку. Кого возьмут на работу? А? Знаете, есть такой анекдот, как... Вовочка в школу приходит, там опаздывает, и учительница говорит, завтра с мамой придешь. А он говорит, а мама не может завтра, у нее прием назначен к сексопатологу. Учительница говорит, кому? Он говорит, ну, к сексопатологу. Ну что, Марья Ивановна, говорит, ну, представьте себе, вот идут две женщины, едят мороженое, одна кусает, другая лижет. Которая из них замужем? Та говорит, которая кусает? Вовочка говорит, нет, говорит. Того, который кольцо на руке. А вам, Марья Ивановна, надо к сексопатологу. Понимаете? Которого из них наймут? Который светится? Или который с кислой рожей такой, там, подавитесь вы, блин, ну сделаю. Подавитесь. Вот это лицо подавитесь, оно не способно ни к чему. Внутри. Вот это подавитесь, когда человек внутри, да подавитесь. Да? Он не способен ни на что. Он не способен радоваться жизни. Он не способен давать радость другим людям. Он не способен ничего добиваться. Его даже за руку приведешь куда-то, и он его и оттуда выгонит все равно. Не нужно никому вот это. И я вот так начал думать на эту тему шире. Мы говорим, да, вот эту фразу, мы говорим, что если учителя, если ученика нет, то и учителя нет, значит, а учитель, да, есть формулировка такая, учитель появляется там, где есть ученик, да, там, где есть ученик, там возникнет учитель. Но дело же не только в этом, дело в том, что не то, что учитель, а дело в том, что там, где человек не верит в то, что он делает, в результат, в успех, в свою способность добиться этого результата и так далее, успех не появится. Понимаете, нет, у успеха нет ученика. Понимаете, надо быть учеником успеха. Как им быть? Нет ответа. Нет ответа. Но есть ответ на вопрос, когда тебе не светит. Это уже дорогого стоит. Вот если, допустим, ты заранее знаешь, что тебе не светит, ты вместо того, чтобы тратить силы вот на это, будешь, может быть, тратить их на что-то, где у тебя появляется шанс. Поэтому, значит, ответ на вопрос, как узнать, что тебе не светит, очень простой. Ты не веришь, ты сомневаешься, ты там что-то такое, ты не соберешься с силами, и все. Ты можешь верить или не верить там пяти разным людям. Вот есть пять разных человек. И если ты будешь идти с этим или с этим, они, может быть, все пять тебя доведут до успеха. Без проблем. То есть вполне возможно, что все пять абсолютно способны тебя довести. Но если ты будешь скакать между одним и другим, и третьим, и пятым, и сомневаться, и так далее, у тебя не получится ничего. Вот так же, как, например, человек... там выбирает какую-то маркетинговую стратегию. Вот он хочет какой-то товар продвигать на рынке. И там ему говорят, вот есть там пять основных способов. Вот есть вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. И он, ну вообще говорят, что надо сразу там 5-7 стратегий одновременно делать. Там глядишь, какая-то сработает, может быть пара сработает. Но не суть. Он говорит, вот я буду делать там, я не знаю, в Фейсбуке. Потом он делает в Фейсбуке что-то. И посередине ему говорят, ну какой нафиг Фейсбук, сейчас все в Инстаграме. И он бросает Facebook, он бежит в Инстаграм. Он что-то в Инстаграме, у него еще ничего не получилось. Но ему говорят, какой нафиг Инстаграм? Сейчас все через YouTube. YouTube сейчас после Google второй по количеству, значит, там поисков search engine.
И он побежал в YouTube. И он мог добиться успеха и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Ютубе, и во всех вместе взятых, и в любой комбинации их. Но он не добьется успеха ни в одном. Потому что он мечется, потому что он не знает, что делает. И, соответственно, результата и не будет. Вот так я как-то неожиданно у меня замешалась в кучу. Я с новогодним, так сказать, приветом вот вам и закончу этот разговор словами Иисуса, который так прямо и сказал: по вере вашей да воздастся вам. Счастливо.